Финальный этап благоустройства Александровского сада в подгорной части Тобольска пройдет в весенне-летний сезон. Здесь заработает фонтан, появятся пешеходные тротуары по улице Хохрякова и откроется удобная парковка. Благоустройство исторической локации на территории Нижнего Посада проходит в рамках программы «Тобольск настоящий», инициаторами которой выступили правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания «Сибур». Пустырь в районе Жемчужины Сибири преобразится в современное пространство для семейного отдыха, сквер выпускников. Спортивную площадку школы номер 12 в 8-м микрорайоне тоже ждет обновление. На территории появится мини-футбольная площадка с профессиональным газоном, место для баскетбола и волейбола с безопасным покрытием. В распоряжении любителей тенниса будут 4 корта и 2 стола. На спортплощадке появится и прямая беговая дорожка на 100 метров и место для прыжков в длину. Сдать нормы ГТО желающие смогут на специальном комплексе. Стартует также новый сезон проекта «Тысяча деревьев». Благодаря этой инициативе Тобольск уже украсили более 3000 деревьев и кустарников.